В самом сердце французских Альп открывается удивительный и в то же время шокирующий аттракцион. Поднявшись по канатной дороге на вершину пика, желающие смогут зайти в стеклянную кабину и постоять над пропастью глубиной в километр. Экстремальный аттракцион станет частью обновленного туристического комплекса на вершине горы. Попасть туда можно за 55 евро. Кабина представляет собой куб из 5 прозрачных панелей, каждая из которых выполнена из 3 слоев прочнейшего стекла.